Как стало известно журналистам, инцидент произошел после концерта. Будучи в гримерке, Киркоров переодевался, смывал макияж. Тяжелый концерт оставил мало хороших впечатлений. На концерте у него произошел конфликт. Один из поклонников, когда Киркоров стоял на сцене, подергал его за штанину. Зритель хотел, чтобы Филипп обратил на него внимание, а тот, в свою очередь, подарил ему букет. Но исполнитель не понял и принял это как оскорбление. Взяв букет, Киркоров спустился и бросил поклоннику его в лицо. Залу такое отношение не понравилось. Киркорова даже не позвали на бис. Такого позора Киркоров не испытывал давно. Он максимально быстро хотел переодеться и уехать. В этот момент в гримерку постучалась женщина. Постоянная поклонница, она также является главой фан-клуба Филиппа Киркорова. Охранник ее знал, поэтому и пропустил. Ранее она часто общалась с Киркоровым после концертов. Постучавшись в дверь, ей открыл взбешенный Киркоров без макияжа. Он раздраженным хамским голосом спросил: «Чего тебе?». Поклонница попросила Филиппа не злиться и попросила прощения за поступок мужчины в зале. Вручила ему огромный букет роз. На что он еще больше рассвирепел и начал кричать: «Пошла вон, чего ты сюда приперлась?». Женщина спешно начала убегать от такого неадеквата, а Киркоров швырнул букет роз в охранника со словами: «Какого ты ее сюда пустил?». Букет расцарапал лицо охраннику Анатолию Овсянкину. Охранник, в прошлом офицер ВДВ, имеющий краповый берет, не смог такого стерпеть. Он резко подошел к исполнителю и дал ему затрещину. Киркоров испугался, что его продолжат бить, сел на корточки и закрылся руками. Но Анатолий Овсянкин просто бросил на него тот самый букет со словами: «Я ущербных не бью». Конечно, Анатолий Овсянкин больше не работает у Филиппа Киркорова. Ему уже поступило предложение от Андрея Макаревича и Стаса Михайлова, но он пока думает.